понимаешь, пока, это... В общем, пока мы в Стамбуле, мы набираем подписчиков, да. Да. У меня аж лицо это занемело от улыбки. От улыбки. Завтрак прекрасен. Сыры, омлеты, там, огурчики, помидорчики, зелень, рыбка, что-то там, какие-то булочки. Ну, в общем, все есть. Все так очень-очень вкусненько. Ну, там все находится. Всем доброе утро. Ну что, мы с вами идем гулять по Турции, по Стамбулу. Вот вам передает пламенный привет парень в желтой майке. Вот такие вот улочки. Ну, идемте. Аня, вперед. Одна из центральных улиц Стамбула. Здесь все очень-очень красиво. Рестораны, кафешки, магазины с ювелирными украшениями. В общем, все прекрасно. Аня, смотри, куда мы вышли. Так, это... Сейчас посмотрим по карте, что это. Подожди. Шли-шли и вышли вот к такой красивой, огромной мечети. Служба идет, идет здесь реставрация, но написано, что можно заходить для посещения. Пойдем, Ань? Пойдем. Пойдем. Честно говоря, мы не знаем, как правильно себя здесь вести, что платки, наверное, нужны. Вот здесь, наверное, ноги моют, я так понимаю, потому что разуваются, да, здесь нужно разуваться. Ага, да. Вот здесь как раз такая табличка для нас. Так, для таких туристов, как мы, здесь на входе чистые платки лежат стопочкой. Без разницы, просто... Тише, не слезь. Вот и все. Все, Анечка, у нас не видно ничего. Отлично. Самое главное – маску. Все, я тоже одеваюсь. Вышли с мечети. И сразу попадаем в какой-то базар, гранд-базар. Ну все, Шанель, Коко, золото, бриллианты, орехи, сладости. Да. Золото, золото, золото. Ничего, ничего, какое золото. Или такое ожерелье? Мне ожерелье. Ожерелье. Ну, такие сережки разные, сережки красивые. Шарфики, Гуччи, Шанель. Все, что хотите. Недорого, почти настоящее. Thank you.
Да. Как дела? Как дела? Хорошо. Хорошо. Тамам. Привет, Раша. Привет. Здравствуйте. Добро пожаловать в Турцию. Пожалуйста. Пожалуйста. Шанель. Все недорого. Привет, это все кожаные сумки. Армес. Да. Луис Витон. Для русских тут особенные скидки. Он уже прикупили у дядечки. Гуччи. Сумку Гуччи они себе взяла. Кожаная. Понятно, что она не настоящая, но это кожаная сумка. Она стоит не копейки, скажем так. Сегодня мы не в таком колоритном месте, как вчера. В смысле не в колоритном? Даже очень колоритном, да. Даже еще больше колоритного. Уличная еда. В общем, Аня заказала это. Что это? Я думала, что там будет маленькая большая шаурма, а тут огромная большая. В общем, шаурма. Это хумус, это наподобие пиццы или питы, не знаю. В общем, два соуса, один томатный, один чесночный. И вот это вот такая вот люля здесь. Я рис. Ну, рис ты будешь есть, Аня, не буду, а? Я не буду рис есть. Я первый раз ем шаурму. Ну, шаурма такая, прям big size. Да, оверсайз. Оверсайз. Ой, в общем, накупились полные. Полные пакеты. В общем, достопримечательности мы, кроме рынка, сегодня не увидели вообще. Ужас. Анечка, как тебе турецкая еда? Вкусно. Вкусно? Да. Наверное, шаурма – это лучшее, что можно здесь заказать. Да, точно. Это очень большая шаурма. Надо было маленькую брать. Ну, вам вчера дали же маленькие порции. Вот мы и боялись не наесться. Сейчас надо 15 минут. Туда пошли. Хотели сегодня посмотреть достопримечательности. Вот они, наши достопримечательности. Софиевский собор. Печень голубая. Да. Кстати, чем так пахнет? Это жарят каштаны. Да, свежие каштаны. Это каштаны жареные. Начинается 100 грамм весит. 100 грамм 10, это 1 доллар. Привет! Как тебя зовут? А вот еще одна штучка пришла. Васеньки бегают. Васеньки этот красивый. Зачем хвост поднял? Зачем хвост поднял? Эти мухолюсеньки. Привет, привет, привет. Мухолюсик. Алёсий зайчик. Хороший. Привет такой. Сладкий. Ласкать его надо и ласкать. Ой, тебе, господи.
Кайфуши. Аня, еще 5 минут. Давай его с собой заберем. Ой, смотри, малютка. Так я и говорю. Боженьки, посмотри, какой он симпатичный. И знаешь как, интересно ему и боится. Тигренок. Ой, здесь их столько, Аня, посмотри, он тут их полно просто. Тигрята. Вот тебе здесь, Аня, смотри, вот тебе тигрята сидят. А, ну смотри, они, Анечка, у них, смотри, здесь корм, вот такая бутылка, там дырка большая, и там корм. Так что они нормально здесь сытые. Кормят их здесь. Аня, нашли себе достопримечательность в этом, в Турции. Привет. Привет. Скажи привет. Нравится. Раскраска какая у этого котика интересная. Маленький, да? Угу. Барсик. Ну все, Ань. А вот это вот смотри, этот у тебя вокруг ног, ты его даже не заметила, не лег возле тебя, ты ушла. А ты ушла. Такие хорошенькие, все на одно лицо, да? Все на одно лицо, да. Вот это все внимание на котов. Оказывается, здесь кладбище, ну не знаю, как здесь, склепы какие-то. И здесь... Вот сейчас Анечка узнала у девушки, то здесь похоронены, ну не знаю как уж, каким там способом, Аня, что там? Воины какие-то элитные, тем кровей ребята, в общем какие-то очень важные. Понятно, в общем кошки охраняют здесь покой, вот оно да. В чем дело. Но их тут не обижают, сколько у них тут не обижают, очень много еды, воды, все у них здесь есть. Ну, прям видно, что это настолько все старинное здесь, что... Ой-ой-ой, вот прям даже видно тут все. Похоже, уже на кладбище домашних животных. Да, ребят. В общем, тут... Это нужно в интернете посмотреть историю. Вот удостаиваются чести только вот самые такие. Оказывается, это кладбище. Ну все, Анечка, пошли дальше. Где я? Идем прямо. Цигель, ай-лю-лю. 1594 года это все. Постройки. В общем, интересно, но уже поздно. Ничего не видно. Очень много. Очень. Пока хозяин пьет кофе, собаки ждут. Да, собаки ждут. Это просто кайф вообще, такой классный. В общем, у нас достопримечательности все животные из Стамбула. А вот Макдональдс, смотри. Как все по-другому. Ой, какие приятные улочки, смотри, Ань. Нам надо было здесь... кушать. По ценам подороже, правда. Подороже чуть-чуть, да? Да так же, приблизительно. Да, плюс-минус. Плюс-минус. Но такая улочка какая приятная. Не дотерпели. Не дотерпели, да. Так. Мы все-таки с Аней преодолели путь и дошли. Все болит, но мы все равно пришли к Софийскому собору. И если там вроде бы все еще открыто, мы сейчас с вами посмотрим. Мы дошли до Софийского собора. Какой красивый. Yeah.
Очень много полиции. Что это такое? А что не так? А, окей. Сказали одеть капюшоны. Давай, иди, Станечка. Вот они мы. Идем. Под прикрытием. Под прикрытием, да. Почти как Фиджи, слушай. Глаза видно. Точно. Такое все старинное, такое все прям история здесь, конечно, камень вот этот весь. Какая красота! Представляете? До 1450 какого-то года это был православный храм. Так вот. Начали его что-то в 300 каком-то году, начало строительства закончили, там в 500 каком-то. В общем, 200 лет строили, ну прям действительно это. Так величественно, боже. Конечно, это надо видеть своими глазами. Посмотрите, с какого камня это все сделано. Прям, не знаю, какой-то натуральный камень. И все это натуральный камень. Все это начало строительства. Византийская эпоха. Высота 51 метр. Мужчины молятся. Отдельно место, где молятся женщины. Да. Таких зданий уже не строят. 200 лет, Ань, представляешь? Просто вот наверху это все не подсвечивается, но это конечно, нечто. Очень красиво. Все здесь сделано из какого-то камня. Это можно историю, конечно, почитать, посмотреть это все. Мрамор, может быть, не знаю. В общем, все каменное, полы каменные, стены каменные, такие вот именно из камня. Красиво. А люстры. Мало, откуда у тебя ребенок? Короче, присела я отдохнуть, подходит ко мне мальчик, постоял так на меня, посмотрел мне в глаза. Да, вот так вот. И присел мне на руки. В общем, мы вот так теперь мило с ним здесь сидим. У тебя масочка упала. Не, масочка упала. Вот. Такой вот турецкий мальчик. Захотел, чтобы, наверное, я его усыновила. Да, малыш? Как твои дела?
Ты ему понравился. Не знаю, он так на меня постоял, посмотрел, потом сел. Где мама? Где мама? Где твоя мама? Вон папа. Здесь папа. Папа тебя зовет, видишь? Уже папа нашелся. Уже папа. Папа тебя заждался. Смотри, папа заждался. Ну пусть посидит. Он с детства понимает красоту русских женщин. Правда, малыш? Да. Он сказал да. Все, тебя уже забирают. Такой взгляд был. Такой взгляд. Я посижу. Пусть сидит. Такой взгляд, знаешь, завораживающий. Просто на меня смотрит ребенок. Когда его попытались забрать, у него просто глаза такие это. Ой, смешно так. Так мне смешно. Кажется, в меня влюбились. Поклонник. Дорогие друзья, подходит к концу наш второй день пребывания в Стамбуле. Вот. Ну, что можно сказать о Турции, о Стамбуле? Ну, сложно оценить, наверное, это за два дня, полтора, да, будем говорить так. Потому что все-таки отдых в турецких отелях и вот находиться в больших городах, это есть разница. Очень все так мирно, по-доброму. Мне очень понравилось, что на рынке такая достаточно спокойная, дружелюбная обстановка. Нет такого, что тебя прям все там дергают. Ну да, зовут, там что-то показывают, но не так назойливо, что прям хочется убежать. Да? То есть все как-то вот есть какая-то мера, вот что мне очень понравилось. Мы очень с Анечкой так, ну как сказать, душевно отдохнули. Вот сегодня целый день бродили. Место достопримечательности полные у нас в мешке. Всяких там маечек и прочих штучек, всякую там одежду накупили, ну потому что турецкое качество это ну, того стоит, просто берешь и отпускать не хочется. Аня, расскажи свои впечатления о Стамбуле, о Турции. Потому что все-таки это другая страна, и мы не находимся, да, в отеле, где там 5 звезд, все включено, тебе там полотенце, бассейн и так далее. А вот действительно мы окунулись в атмосферу Турции и этого, конечно, города, который когда-то был Константинополем. Ну, больше всего мне тут понравилось, вот именно в Стамбуле, это вот колорит. То есть вот эти вот все сувенирчики, я не знаю, мне просто нравится их не то, чтобы покупать, а просто видеть там вот это вот всякое золото. Вкусняшки, очень вкусные у них сладости эти, не лукума, а эти колбаски. Вот, мечети очень великие такие, прям красивые очень. И... А люди? Что ты скажешь о людях, которые здесь? Вот... Люди приветливые такие, немножко, конечно, да, есть такое, что они чуть-чуть назойливые, но не, как мама сказала, не слишком сильно, да. Ну да, то есть не хватает за руки там тебя и так да. далее, да, то есть... Да, комплиментами заманивают свои эти бутики, там это цену уступают, лишь бы ты купил, вот. В принципе, все понравилось, это базарчик классный. Да. Настолько классный, что от брендов уже тошнит. Ну, на самом деле... Гуччи не будет прежним. Да, Гуччи больше не будет для нас прежним. На самом деле, просто на рынке, ну, на базарах невозможно купить обычную одежду. Да, то есть ничего сказал, такого есть, ну, нет. Местные жители уже не хотят в обычном ходить, да, вот разбаловались сильно. И приезжие не хотят ничего покупать. Да, то есть если вы приходите на рынок, то есть качество просто изумительное вещей. Но это все будет Versace, Chanel, там, да, Gucci и так далее, там, да. Valentino и так далее, да. Вот. Да, то есть в этом плане одежда очень классная, очень качественная, но она вся вот в этих реплики. В реплике, да. То есть... Ну, как нам сказали, в Америке даже не умеют различать реплика, не реплика, потому что... Нет, кто разбирается, конечно. Но это надо вот взять вещь, там, футболку надо снять, там, не знаю,
пощупать, потрогать, посмотреть номерочек. Мы теперь специально, Анечка, с тобой в Америке пойдем в эти магазины и посмотрим, вот, пощупаем действительно настоящие, ну, да, вот эти, да, вот Versace и прочее. Да, футболки, как футболки, там какие-то эти надписи, ничего, но не делают это симпатичнее даже. Ну, понятно. Футболки. В общем, нам понравилось. Единственное, что я хочу сказать по поводу еды. Вот, вчера мы в таком более-менее там ресторанчике кушали. Сегодня, можно сказать, на рынке, да, в таком кафешке просто, да. И цены на еду очень дорогие. Я считаю, что нам на двоих покушать $30, притом еда, ну, вот, не сказать, что она вкусная. Не знаю, то ли уличная я уже... еда. Мы даже в ресторане вчера были. То есть то ли я уже настолько требовательна к еде, что меня вот такая еда, она уже не устраивает, потому что она ну, очень простая и, ну, очень дорогая. Это вот мое мнение, что вот сладости, да, это того стоит. А вот еда... So-so. Да уж. Турецкая еда... Ой, к нам вернулись. А уже переоделся. Ой, уже ко мне? Теперь я? Теперь я? Ой, ну не надо. Смотри, уже упала. Ой, как хорошо, как мило это. Все, теперь новая тетя. Тебе удобно? Просто у парня в будущем вообще никаких проблем не будет, по-моему. Социализированный. Да, тебе, да. Помочь? Он еще и подмигивает. Аня, отойди, отойди. Excuse me. Thank you. Mix. Смотри, она кормит же. Молодец. Здравствуйте. Сколько это? Господи, по-моему, не мороженое делала, так кирпичи латают. Молодец. Это тоже, да, часть фокуса. Это тоже часть фокуса, да. Это проблем. Это такой продвинутый фокус. How are you? Where are you from? Молодец. Анечка, Аня, ну как? Это стоило того? Сколько разного мороженого? Самое главное, какое шоу. Заплатки вот. На самом деле, просто поесть мороженое, это одно. Это прям целое шоу. Молодец. Необычно. Вкусно? Оно очень вязкое. Такое, знаешь, как этот... Блин, в общем, наверное, и так понятно, что оно вязкое. Твердое мороженое. Это уже наша улица, где отель. Вчера глаза смотрели, ну, по-другому. Сейчас такое все более милое, все более такое уже привыкшее к глазу, что ли, не знаю. Спокойно здесь у нас.
Доброе утро, Анечка. Аня завтракает, уроки. В общем, у нас завтрак. Завтрак в отеле просто прекрасный. Все есть для полноценного завтрака. Сыры, оливки, овощи, ну, яйца, зелень. Ну, что еще пожелать? Кофе очень хороший. Вот. Ребенок учится. Все, мы завтракаем, и нам через пару часов нужно выезжать. Покупаем с собой сладости. Аня везет начальнику своему в ресторан угостить. И... Анечка, вот... Аня, Ань, вот подожди, не надо. Нет, вот этот бери. Нет, green. Yes. И вот эту вот, Аня, надо взять. Здесь вот, знаешь, как с халвой. Вот этот будет очень вкусный. А ты, мы же не пробовали, что мы берем-то? Я вижу, Аня. Я вижу, что надо брать. Не надо брать вон желе, а надо брать я такое. Вот эту еще но можно взять. Пара, вот эту. Нутелла вас to here and to here. Yes. Вот этот крайний я тебе, да. Ань, вот сюда, вот, вот здесь, вот крайний, вот этот вот. Миллионы? Да, он хороший, я вижу. Ну и что, это обсыпка, Ань. Надо смотреть содержимое внутри. Доверься маме. Мама плохого не посоветует. Это не... Пусть он взвесит тоже, чтобы перебор там не было по этим. Они же должны быть отмерены. Нет, Анечка. Я вам сказала, по полкило и килограмм. Вот эту еще можно, Ань. Вот этот. Вот да. Этот. Вижу, что вкусное. Все, спасибо большое. Спасибо. Так, наш голубое такси, это Uber, как люксовое такси. Потом мы вам расскажем все секреты. Сенечка, давай. Надеюсь, нас не выкинут посреди дороги с тобой. До свидания, Стамбул. Нам здесь очень понравилось. Не хватило. Еще к денечек, а может быть и два бы. Вообще классно было. Ну что, мам, пойдем? 169 поездка получилась. Ехали мы больше часа точно. 169 это на 8, Ань, раздели. Ой, господи. 20 с копейками, короче, долларов получилось. Так, мы с Анечкой в аэропорту зашли в фирменный магазин Gucci, где нет подделок. И вот как раз сумочка, которую я купила, потому что я ее не видела в оригинале. Но хочу сказать, сделано все. Вот сейчас просто у меня с собой нету. Вот это раз. Здесь переворачиваем два. Сколько? 800? 75. Я нашла свою сумку тоже. 875 евро. Вот. Я такую сумку купила за 130 долларов. Вообще ничем не отличить. Я вам честно говорю. Вот я сейчас смотрю. Слушайте, турки молодцы. Там, может быть, чуть-чуть там замочек, понятно, что здесь какой-то, но это разница. Вот обычный человек, наверное, бы не отличил. 10 сумок можно купить, ну не 10, но 7 вот. Точно. Обычный человек, наверное, не отличил. Так, он, Анечка. Я там. Где? Ну, подойди, возьми. А вот сумка, как купила Аня себе. Ну-ка, Ань, дай. Ну, черная, коричневая там. Это не...
Вот сейчас мы смотрим вот так ее. Потом у нас просто в багаже все. Ань, да. Ты вот ее помнишь? Вот эти да, вот, ну, все то же самое. Слушай, подожди. Внутри вот это вот, как вот во второй сумке, слышишь? Да, кстати, та была более похожая. Сколько? Что? Ой, это мое? Угу. Помачивайся с вами. Ребята, я хочу вернуться обратно на рынок и это все опять купить. Я, конечно, шучу. 965 евро. Ой, видать, вылетело у меня что-то. Слушайте, вообще не отличить. Слушайте, вот для человека, который вот, ну, вот один в один, кожаный, тоже все сделано прям супер. Аня, дай 5. Мы с тобой. Нельзя это делать в магазине Гуччи. Классно. А такие? Цвет, да, на которую я так сказала. Что-то как-то она так себе. Ну, нифига, слушайте, очень все похоже. Нам пока замечаний не делают, можно это поснимать. Очень, очень, вот если зайти в хороший магазин, очень качественные подделки делают. Готовимся к полету. Новая новинка. Антисептик. Да. Спирт. Такой же хаос. Спирт. Ну, да. Ну, антисептик. Как это, помнишь, фильм «Кавказская пленница»? Спирт. Такой же деньги, да. Три маски на полет, да, устал. И две салфетки, да? Угу. Ну, замечательно. Сейчас все протрем, как вокруг что-то было. Стерильно чисто. Да. Стерильно, как в больнице. Очень понравился аэропорт Стамбула. Новый аэропорт. Прям все идеально. Гуляли по кучам. Угу. Летим на самолете Boeing 787-9. Современный новый самолет. Acil çıkışlar kabinin her iki tarafında olmak üzere ön, orta ve arkada yer alır. Çıkış yönünüzü gösteren ikaz ışıkları size yardımcı olacaktır. Şimdi...